На календаре 15 августа. 15 августа 1885 года второй по счету самарский губернатор Константин Грот объявил пожарам войну. На заседании городской думы он заявил, что Самаре необходим противопожарный водопровод. Сказано – сделано. Закладывать водопровод начали на Симбирской. Здесь была его основа. Спуск этой улицы к Волге самарцы прозвали «дном». Это меткое выражение сохранилось за местностью до сих пор. Первая водонасосная станция находилась на территории нынешней ГРЭС. Она качала около 300 тысяч ведер воды в сутки. Такого количества было вполне достаточно, чтобы и горожан водой обеспечивать, и пожары тушить. От победы над огнем к победам на дорогах. 15 августа 1909 года командор самарского яхт-клуба Петр Поляков принес Самаре первую автомобильную славу. На своей новой машине он принял участие в автопробеге на скорость и выносливость. Проехал 1000 верст от Санкт-Петербурга до Риги и обратно. Со временем мода на автогонки дошла и до Самары. В 1914 году большое скопление автомобилей обычно можно было наблюдать на Семейкинском тракте, ныне это Московское шоссе, или на велосипеде. Аэродроме Неймана. Сейчас на этом месте находится торговый центр «Парус». Здесь в основном и собирались любители больших скоростей. Алло. Впервые этот телефонный позывной предложил использовать американский изобретатель Томас Эдисон. Произошло это 15 августа 1877 года в ходе его переписки с президентом Питтсбургской телеграфной компании, в которой они обсуждали перспективы использования телефона. Точнее будет сказано, что Томас Эдисон предложил использовать для обращения по телефону слово «hello», то есть «привет». Однако в России оно довольно быстро трансформировалось в «алло». 15 августа 1959 году в Тольятти, в акватории Жигулевского моря, стартовали первые всесоюзные соревнования по парусному спорту. Погода в тот день благоприятствовала гонкам. Свежий ветер не давал скучать ни парусам, ни мореходам. Ровно 136 лет назад, 15 августа 1878 года, на свет появилась Раиса Кудашева, известная поэтесса, автор слов популярной детской новогодней песни «В лесу родилась елочка». 15 августа 1931 года родился выдающийся композитор, народный артист РСФСР Михаил Тарвердиев. Он написал музыку более чем к 130 фильмам, в том числе к знаменитым «17 мгновений весны», «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Мой младший брат», «Король олень». Сегодня день рождения одной из самых ярких и характерных русских актрис Екатерины Васильевой. Она снялась в художественных фильмах «Обыкновенное чудо», «Бумбараш», «Экипаж», «Чародей» и многих других. 15 августа поздравление с днем рождения принимает Владимир Пылев, временно исполняющий обязанности министра образования и науки Самарской области. Как никогда гостям сегодня рады Василий, Иваны, Романы, Степаны да Федоры. Все они отмечают 15 августа – День ангела. Трудная, ответственная, но очень приятная пора – конец лета. Обычно к этому времени заканчивали сенокос. По погоде сегодняшнего дня судили о предстоящей осени. Неподвижные облака считались верным признаком хорошей погоды. А вот вечерний дождь особенно радовал грибников. Поэтому и говорили в народе – вечером дожди, утром грибов жди. На сегодня это все. Всего хорошего и до завтра.